Приветствую вас из Египта, Шарм-эль-Шейха, и это отель Ибер-отель Рецина. Очень приятная, красивая территория. Вкусно пахнет везде в отеле. Номера очень приятные, чистенькие. То есть единственное, в номерах, даже в семейном, кровать основная, то есть полноценная, либо двуспальные, либо две односпальные, только для двоих человек. Дополнительно дети, либо взрослые, больше двух человек спят на софах. Да, которые не раскладываются. Здесь концепция 24/7. И алкоголь, и напитки, и еда, все включено. При заезде, выезде также всем гости отеля могут пользоваться. Зимой на море здесь, конечно, делать нечего. Тут большие шторма, так как это район Напк, самый ветреный район в Шарм-эль-Шейхе. Лагуны здесь тоже нет. Здесь есть аквапарк. Аквапарк большой для всех деток, но в зимний период, к сожалению, он не подогревается. А так, кому не нужно прям вот аквапарк, эти горки, здесь активная спортивная программа, да, и пилатес, и йога, и теннис, и все что угодно, да, то есть также бассейн активный тоже с подогревом, где происходят различные, да, анимации. Вечерние шоу тут хорошие, программы хорошие. То есть и живая музыка, они разные, да, то есть абсолютно. Единственное, в воскресенье аниматоры отдыхают, да, здесь будет просто такая спокойная музыка на лобби, да, в ресторане, пожалуйста. Очень приятненький отельчик, так что рекомендую.